Друзья, день добрый. Короткое видео. Кстати, красивый задний план. Я здесь ремонтировал технику. Вон мои инструменты стоят. И вышел на крышу дома. Обыкновенно я там многоэтажка. Вот как там. Вон видите, кстати. Вон там вот хорошо видно. Вон. Точно так же, но на два этажа, по-моему, ниже. Вон. Точно такая же. Вы знаете, в чем фишка, вот, что мне нравится? Что вот здесь вот выходишь на крышу и, пожалуйста, сразу две барбекюшницы. Раз, вон, раз и два. Пожалуйста, пользуйся бесплатно. Они сразу газовые. Вон, хочешь сделать стол, пожалуйста, без проблем. Потом здесь еще все засадят красиво. И, а вот как выглядит, как это ни странно, квартира, наверное, я так предполагаю. Да, но здесь будет все закрыто. Вот шторами, еще чем-то. Да, в принципе, вон они, все эти квартиры. Ну, вы знаете, довольно-таки неплохо, я вам могу сказать, что у нас как бы это считается элитное жилье. Здесь это обыкновенные вот дома, просто как получилось, новый дом, знаете, я еще могу выйти на крышу, вот тут ни ключей, пока ничего нет. Вот, такая большая терраса, панорама. И, пожалуйста, устраиваю здесь пати, что-то такое. Вон, сейчас покажу. Это вот рядом. То же самое, только там, естественно, на крышу выйти нельзя. Вот, ну, бэк-ярды сзади, это такие, территория сзади дома небольшая. И вон там вот можно в гольф погонять, если хотите. На самом деле, по-моему, нет. Там просто можно хайкинг, как называется, ходьба. Вот. Мы там ходили, по-моему, как-то с семьей, даже видео снимал. Ну, просто работаю все в одном районе, поэтому недалеко все это дело. Это вот по поводу, как бы, как здесь это в Канаде происходит. Довольно-таки, вы знаете, прикольно. Я бы здесь квартиру купил. Хотя, я вам честно скажу, достаточно дорогое удовольствие. Потому что здесь квартира стоит тысяч, наверное, 700 долларов. Это дешево. Для Торонто это дешево. То есть, и люди покупают, никаких проблем с этим нет. Вот такие вот огроменные цены. Вот там вот, я не знаю, видите вы или не видите, CN Tower, то есть башня Торонто основная. А туда дальше, в принципе, мне кажется, если взять бинокль, то можно будет увидеть Соединенные Штаты. Все, спасибо. Вот такое было короткое видео о том, как живут канадцы в Торонто.